Международный день шахмат, турнир. На этих маленьких досках развернулись нешуточные бои. Некоторым детям-участникам нет и 10 лет, а за спиной у них уже серьезные чемпионаты. Например, Константин Окин, вице-чемпион мира 2013 года среди школьников, приехал из Израиля на каникулы к дедушке, чтобы принять участие в турнире. Мне нравится атаковать, делать комбинации какие-нибудь. Дома тоже играю, но в основном в интернете, потому что мне не с кем. А шахматы у нас как бы связано, в первую очередь, потому что сам играю в шахматы. Саша сын, дочь играет здесь. Я как любитель, но перехожу на участие более профессионально, да. Сегодня буду сам тоже участвовать среди взрослых, с ветеранами. У нас любительский уровень, я бы даже, наверное, сказал, что это дети у нас профессионалы. Досуговость определенная, да, присутствует и у турнира взрослых, где никаких нету критериев отбора, играют все желающие. Когда идешь на турнир, там есть противники. Там ты играешь и сражаешься. Вот сегодня в этом турнире в первом туре я выиграл. В втором туре я проиграл. А в третьем туре я проиграл сильному противнику. Проигрывать тоже надо когда-то. По словам организаторов, турнир, посвященный Международному дню шахмат, планируется сделать ежегодной традицией. Ведь интеллектуальные виды спорта не только интересны, но и полезны. Валерия Воробьева, Алексей Бычаев, городской телеканал ЮТВ.